Несколько кошек съели 999 919 мышек, причем все кошки съели по одинаковому числу мышек. Сколько было кошек, если каждая кошка съела больше мышек, чем было кошек? Ну, это совсем просто. Количество кошек обозначаем в x. Пусть каждая из кошек съела y мышек, тогда x умножить на y – это те самые 999 919. При этом по условию задачи кошек меньше, чем каждая из них съела мышек. X меньше, чем y. Значит, фактически мы должны разложить вот это вот число на множители. Но это разность квадратов. Разность квадратов, то есть это 1000 минус 9 умножить на 1000 плюс 9. 991 умножить на 1009. Легко проверить, что это простые числа. Значит, на самом деле кошек 991, а каждая из них съела 1009 мышек. Ну, как проверять, что простые, надеюсь, все помнят. Самый, один из простых способов состоит в том, чтобы просто делить с остатком на 2, 3, 5 и так далее. Поскольку у нас уже, если вы возведете 32 в квадрат, это 1024, то последнее простое число, на которое имеет смысл проверять, это 31, так что простых чисел не так много. Вот. Ну или в конце концов у компьютера спросите. Эти числа простые, задача решена.